Компания Time Trial представляет пожарную емкость RDV-100. Съемная цистерна, мягкая пожарная емкость для воды, изготовленная из армированного ПВХ материала. Распаковываем, наполняем водой. Вес данной емкости 2,5 килограмма. Объем 100 литров. Данные емкости компактны и удобны в транспортировке. Каждая емкость имеет удобную сумку для хранения и переноски пожарной емкости. Каждая емкость оборудована двумя ручками для переноски. Также по индивидуальному заказу может быть изготовлена запорная арматура разного типа. Резервуарно работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50. Данные емкости очень компактны и удобны в транспортировке. Не требуют особых условий их хранения. Данные мягкие емкости используются для хранения воды с дальнейшим ее использованием при проведении дезинфекционных мероприятий, а также для транспортировки воды к очагам возгорания, к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных лесных огнетушителей.